Добрый вечер. Мы дорабатываем последние минуты обычного нашего дня. И этой ночью у нас веселое событие, посвященное Хэллоуину. У нас будут очень интересные предложения. Я хочу вам показать немного то, что мы предложим к распродаже. Вот, например, 100% меринос Лана Белла по 250 рублей. Суммируется с клиентской картой. А я в эфире. Ну, ты спроси, если что, я тебе подскажу. Да. Ага. Да. Да. Можно, конечно. Можно, все можно. Немножко мерино 400. Кудрявая яркая пряжа луп. Викенд на шапочке. Остатки Вивьен. Немного финита от Малабрига. Кашемир и лотос ярн по очень привлекательной цене. Даже не скажу какой. Приходите. Пряжа поэзия со старой этикеткой сейчас будет по 270 рублей плюс карта. Меринос Кабле. Вот у меня коробочка была, не вижу я ее с цветами. Толстые альпаки. 100-граммовые моточки по 200 рублей. Тут гору вывалили. Ну вот. Вот эта поэзия вся для вас приготовлена. Инка из старой коллекции. Немного мерино твит. И коллекция ручного украшения HPQY. Вот кто знаком с этой пряжей, вот посмотрите, сколько будет стоить моток. Только в эти ночные часы. Еще на той стороне, а на этой стороне у нас чудесная лима Rowan. У нас Rowan твит. Хороший запас. Несколько оттенков Kitzil Kaiser Stripe. Soft Knit Cotton. Frost. Есть несколько оттенков. Фаза твит. Мои пироги с тыквой. Мы вас напоим чаем, угостим пирогами. И еще, если вы не видели пост о том, что у нас 10 котов в мешке. И я хочу, сейчас я попробую, если мне удастся, продемонстрировать. Еще вы успеете, предпоследний пост, вы пишете номер по порядку и фразу «хочу кота». И тогда у вас будет шанс выиграть. Ну, вот, предположим, вот такие спицы Ади со Сваровски, лимитированная партия. С
цена у них, если я сейчас ничего не путаю, около 4000 рублей. Так, что у меня здесь еще? Альбом 2017 «Родина Ярн». И комплект аксессуаров «Кловер» для творчества. Одной рукой показываю. Так, еще что у меня здесь? Здесь у меня летний журнал «Фам». И 6 мотков пряжи «Агро». Такой летний комплект. Так, еще один код. Это набор на шапочку 100% кашемир «Родина Ярн». Так, здесь у меня еще один журнальчик Urban Lang и две пары прекрасных спиц Chow Go. Так, вот здесь два журнала от Кати, один концепт. Ой, господи, не вижу. Вот и еще один зимний журнал и 4 мотка пряжи «Уикенд» на шапке. О, давай. Еще один код. Это с вот таким прекрасным палантином журнал «Филати» Плана Гросса. И 2 мотка «Кит Силк Хайзер». Страйп ровен, зелененькие такие, очень красивые. Богатый код. Еще один код в мешке. Это огромный моток Комитола. И еще один моток к нему уже. Такой богатый. Еще один Комитола Пуна. И журнальчик классичи, кому-то тоже достанется. Так, еще у меня тут парочка. Так, в этом пакетике у меня набор на шапочку Berry Hat. Такого бирюзового цвета из махера. И еще один хороший жирный код. 2 журнала Катя. Сейчас я его попробую извлечь. Так, один из них концепт точно. И еще один журнальчик. Плюс 4 мотка пряжи Мерино Твит. Вот. Так что предпоследний пост, где мы анонсируем наш Хэллоуин. Номер по порядку и фразу «Хочу кота». Условием еще является подписка на наш Инстаграм. Так что милости просим. Я думаю, что эти 10 котов — хороший шанс получить приятный подарок от Трискелли. Новый концепт 6 пока еще не поступил. Ждем. Да. Хозяева щедрые, действительно. Хотите пирогов — милости просим. На низком старте. Замечательно. Мы вас очень ждем. Готовимся. Да, мы готовимся. У нас будет полчаса. Вас сегодня будут встречать невесты, мертвые невесты. Так что приходите.
приходите к нам тусить. Да. Значит, то, что я показала, в основном в реальном магазине. А то, что касается интернет-магазина, у нас специальное предложение. Это 10% на пряжу «Родина Ярн». Скидка суммируется с карты клиента. То же самое у нас в реальном магазине. И дополнительная скидка на пряжу, в составе которой есть ангора. Вот, обязательно зайдите еще в раздел распродажи, у нас там много приятного. Я очень надеюсь, что что-то у вас удастся открыть, потому что сайт дорабатываем. Вот, к сожалению, есть некоторые трудности, но наберитесь терпения, мы сделаем его очень качественным и удобным. Так, что мы тут еще писали? У меня есть вот просто несколько минут. Еще раз про сайт. То, что сейчас я продемонстрировала, это только в магазине, только в течение вот этих ночных часов. Ну, не спать. Не спать, а милости просим к нам. Так, да, у нас вкусно, и пряжа по хорошей цене. Можете меня что-нибудь еще спросить, если хотите, если у вас есть какие-нибудь вопросы. Вот. Да, еще вот такой вот шелк тоже у нас на распродаже. Еще раз пройдусь по нашей витрине. Еще пряжа Royal Silk. От Кати. Много оттенков, еще не все цвета я выложила. Вот, у него тоже очень хорошая цена. Здесь не очень, ну, как бы, мне тут немножко неуютно. Моточком. 400 рублей моточек в составе шелка и бэби-альпака. Очень хорошая, нежная, мягкая пряжа. Есть цвета прямо на изделие. По 200 рублей 100-граммовые мотки с альпакой. По 150 рублей альпака Лана Белла. Такие брутальные оттеночки. Пряжа Поэзия со старой этикеткой, сделанная для Трискелли. Сегодня по 270 рублей. Много оттенков, и серый, и бежевый, и джинсовый, и темно-серый. Я думаю, что я возьму лоточек. Есть тут еще какой-то зеленый даже есть. Угу. Что? Я думаю, что я лоточки. А, вот как раз. Вот прям, да? Вот эти тоже все хорошо, но этот прям ложится вот как родной. Да? Он именно вот коричневый. Да. Коричневый немножко такой картонный присутствует. Кашемир и Лотус Ярн. И в этой кучке у меня еще есть як с шелком. Вот такой вот кашемир с толщениями. Спасибо. Очень. Спасибо. Спасибо большое. Немножко потоньше. Хорошо. Всегда вовремя. Всегда вовремя. Не спросим. Здесь показываю. Всего хорошего. Елена Петровна, а напомни, сколько кашемир-то мы? 800. Вот так. 800 рублей, карта суммируется. Официально до пол первого у нас наш шабаш. А дальше посмотрим. До последнего клиента будем сегодня работать. Лена, а где Аня? Да, мы плачем. Аня нет пока с нами. Пока, ну, Аня у нас сейчас работает в крупной компании. Вот, мы очень скучаем. Прям вот хочется помочь, но нет. Но эти пловеры отличные. У них
Они легкие, они не будут вылетать. Пишите в директ, если вы не можете как бы определить номер цвета. У нас там частично уже наладили, где-то уже можно определить. Вот, если не получается, делайте скрин, фотографию или просто словесно описывайте. Мы поможем вам сделать заказ. Добрый вечер, все, кто к нам присоединился. Пряжа «Ла Перла», махер с полиамидом, вот с такими узелками, серебристо-золотистыми, 150 рублей. Последний рыженький кашемир блен. А вот эти цветные, вот Фазет твит для любителей рован. У Лимы много оттенков у нас осталось. Ну что, я попробую еще сделать пару прямых включений, либо сделаю сторис. Так что для тех, кто не сможет нас посетить, наслаждайтесь нашим видео и отправляйтесь на сайт, попробуйте сделать заказ там. Еще раз покажу вам Родина Ярн. Сегодня на Родина Ярн скидка 10% плюс ваша карта. И вся пряжа, в составе которой есть ангора, как я и обещала, тоже со скидкой 10% плюс ваша карта. Ну что же, не скучной ночи вам, мои дорогие.